Ну вот. И скорее всего, что у меня это видео начнется именно с этого момента, поскольку предыдущая запись опять обломалась. Ах, ох. Гиперборейский, держитесь, не мрите. Вы мне нужны. А для зрителей моего канала я говорю, что мы ведем прямой репортаж. Да, прямой репортаж, блин. Мы пока что еще ничего не ведем. Ну, это... Опять мутанты, опять какие-то 62-е уровни. Где нас не видят? Мне очень интересно, где осталось. Причем меня не убили, я остановилась, и у меня игра подвисла. Мне Они, непонятно. кстати, не влияют. В бошку ты стреляешь или куда? А вот они бронированные по... А, чудесная шахта. Это Окей. быстро они раз уже и назад убежали. Бешеные шахтеры кроты. Одеты... Сейчас тебя сожрут, да, я так вижу. Я... Ой. Да, меня убили. Ну так нечестно. Я же загружалась, стояла. Я вот только загрузилась, и меня убили. Ну и что теперь? Так, ладно, ты все равно сюда не подойдешь. И так... О, тут летает эта вонючка. О, май год. Так, нет, таб сдаться. Сейчас я к вам попробую присоединиться. Гиперборейский 15 уровня. Где вы есть? Какая красивая картинка. Так, ну я так понимаю, они все туда к вам ушли, да? You humans make us. Now suffer for your arrogance. Давай, беги. Нет, они не все у вас. Они тут. И не все. Откуда их там все? Они тоже гранатами кидаться умеют, однако. Еще как. Блин, попал, скотина. Че, тебя убили? Ну да. Ты далеко от меня. Возрождайся у меня тогда рядом. О, майн год. Одна граната, я... Ну, почему ж ты, коза, не успел уйти? Ты уже переместился? А, переместился. Я возрождаюсь всё. На их этой самой. На вышке. Попали. Сиди, 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 Да сиди, все, сиди, все, сиди. все, все, я уже все сдохла. Чё, все сдохло? А чё я вижу тебя здесь, Инга Йорн? Ну, потому что тут недобитый этот мутант остался. Где? Это тут был.
Может, с ними не воевать, а мне попробовать добежать, а просто забрать это, то, что надо забрать оттуда. Один же остался, получается. Зараза как. Сейчас капец ему будет уже. Понял, где? Одного и добили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что за мартышки такие, обугленный дикий гуль? Что это? Что это было? Да что ж такое, они меня с одного удара прибивают. Тут какие-то жуткие твари бегают. Сколько ж можно мне возрождаться? Ой. Блин, все, убили. Блин, а хрен, 62 уровня эти гули были. Ну вот они меня просто в один этот раз убили. Ну я к тебе и подойти не могу, иначе они меня убьют тоже. Одного-то я прикончил все-таки. Одного-то я прикончил. Прикончил одного? Да. Я... Но они быстро не бегут. Просто они взялись, что меня это... Ну, трое. Потом одного я убил, а потом меня трое окружило, ну, уж никак. Ну, не повезло, много узнать о тактике, что-то пишет. Поговорить с Роуз дополнительно. Получается, я так... что-то все-таки у них уже украл, что ли, тоже? Нет, не украл. Надо же было убить этого гуля, это тоже было задание. Ракетомет. Возвращаться к ней надо, я так понимаю, да? Да, но теперь мне тоже надо убить дикого гуля. Не убивай. Иди убей дикого гуля, ты умеешь. У них нету здесь пожрать нигде варить. Так, дайте-ка мне карту. Что-нибудь сварил бы. Тут ша стоит, все равно, тут кто-то есть. Ты слышишь, топочет. Это я топочу. Ага, ты. Нет? Ой, а где, а кто где стреляет? Смотрю, здесь. Старейший мутант. А, наверху. И нет, сейчас убьет. На, он тут взялся-то еще один. Как он знает, так. Так, ты будешь его убивать или будешь стоять? Я поправляю здоровье. Этого говоришь? Уходи оттуда, уходи. Мутанта? А ты гранату кидаешь или что да. ты делаешь? А, я уходи ушла. Оттуда вообще. Какую-то дрянь подхватила. Где он есть? А. На крыше где? Он кричит, почему идиоты
люди всегда пытаются воевать. Ох ты, шелка, как ты его там. О! Эк, мы его с двух сторон-то. Но они больно бьются. Какой же... Что ж у них там такое? Охотничий карабин? Вы страдаете от заражения рат-червами. Спасибо, я тоже. Спасибо, наградила меня рат-червями. Это не я тебя наградила. Куда ты смотришь так? Так гордо. А, это так стимулятором пользуется. Задирает голову так, себе в грудак. А что делать? А что делать? Мне надо уйти. Ты сейчас куда смотришь? Что там наверху увидела? Это тебе так кажется, я бегу нормально. Так, иди теперь этого убивать. Ага. Иди убивать. Не 62 уровня, хочу я тебе сказать. Воспользуйся способностью каннибал, чтобы съесть дикого гуля. Дополнительно. Потом еще его съесть надо. Весело. Так, сколько у меня патронов-то? У меня, блин, патронов нет, какой-то дрянью еще зараженный. Надо лечиться. Так, целебная мазь при этом, очевидно, не поможет. Так, ну у меня есть лекарство одно. Давай лечиться. Так, пошли гуля кушать. Она гуля-то съешь, она сразу и полегчает. Хм. Так. Тут они меня где-то и оприходовали, твари. Тут должна быть моя сумочка, да? А, черт, я съела очищенную воду. Зараженное существо, гуль. Так, ты нападать будешь на них или будешь тут? Ну я же должна подойти сначала. И в него надо попасть так, чтобы он гад... Хотя бы, по крайней мере, был крит. А где небольшой. Он? О, обугленный дикий гуль. Блин, ноль и ноль, ноль и ноль. Ага, все, вижу. Там тут не один, ни хрена. О, нифига себе, они бегают. Они быстро бегают. Да блин, гад, а? Да. Убили. Я тебя спасать пыталась, а он меня тоже убил. Понятное дело. Гранату надо было бросать. Так, попробуем дробовиком. А ведь жалко, его совсем чуть-чуть осталось добить. Я одного как-то в прошлый раз из Сомерсета добил. Ну ты добил, потому что он был подраненный. Я его там бил и бил, и не добил. Да нет, я целикового добил. Ну как? Из Сомерсета? Да давай, да. Блин! Да твою мать! Опять себя убили. Что-то они какие-то нам не по, не, явно не по уровню. Да черт возьми! Совсем рисочка одна осталась его добить. Сейчас его гада. Да, ну мне его надо убить. Ты-то убил. Мне надо самой убить. У тебя-то это задание засчиталось. Нет.
где это хрень? А. Засчиталось. Well, you've learned a bunch of stuff about raider tactics, and I've got to say, they all seemed ridiculous. Really entertaining to watch from here. Were they effective? I guess so. You survived. We can talk about your reward when you get here. Good job, but you. Я тут целую кучу гранат и снял, пока ты возрождалась. Только они куда-то пропали. А вон съесть, вот он лежит, которого съесть надо. Как ты должен дополнительно воспользоваться способностью каннибал? А, ее ж надо выставить сначала. Ну, очевидно, да. Так, это значит вот сюда. У меня, кстати, способность есть. А у меня так, тоже открыть. Есть уровень. Так, нужно разобраться с одним мимом. Он слишком много болтает. Что это за хрень такая? Так, а способность каннибал это в какой хрени? Да вот я даже не знаю. Варвар, гладиатор, барахольщик, стрелок, прочная рама, странствующая аптека. Здесь что? Команда, смассированный огонь, тын-тын-тын-тын-тын. Стрельба по тарелкам. Каннибал. О, есть. Смотри, есть у меня каннибал. Не, одно. Да. Так. Принять. Так, каннибал. Два даже, смотри, можно сделать. Так, это как надо сделать? Как их это самое сплющивают-то, ёлки-зик? Ну, она тебе сама предложит сплющить, если у тебя есть две карточки. Я сейчас сама тоже разбираюсь. Ваша скорость бега. Ага. Разбираюсь с... Так, подожди. Дуэлиста я возьму, пожалуй, да. Не поставил я ни хрена, зараза. Так, каннибал, говоришь. Сейчас будем искать, где есть... Блин! Ты одну должен снять, вторую поставить тогда. Так. Сейчас мы ее используем. Ням-н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 ям. О, и я тоже ням-ням. О, господи, а радиация это сколько? Давай жри, иди. Будешь его есть? Да. Ты что-то как-то промазала немножко. Камушки ешь, ну ладно. Как ты рыгаешь, ингусненько, эротично. Так, ну ладно вам, ладно. Ну так и чё? Так, мне надо срочно лечить радиацию. У меня все равно на нем стоит этот... Ну еще один съесть. Так, дополнительно воспользоваться и съесть. А сколько же вам можно есть-то? У меня уже больше этой хрени нет съесть. А мне есть почему-то. Что тебе того надо было съесть? Я и того вот тоже съела. Где мне еще туда брать? Вот еще один лежит. Где? Нету никого. А, да? Странно. Забаговала эта хрень. Нет, по-моему. Я не забаговала. Посмотри, где стоят звездочки. Звездочки. Там и надо жрать. Вот этого. Ну, я уже его и ел. Да? Ну, ладно. Нам, в принципе, можно, я так понимаю, что это дополнительно.
Ну, у меня-то стоит здесь этот. Поговорить с Роуз у тебя должно еще стоять. Он стоит поговорить с Роуз, ну, но вот. И метка тоже осталась. Ну, она исчезнет, как дополнительная. Так, ну я поставлю обратно свои карточки, потому что мне этот каннибал не нужен. А вместо него у меня стоял, да, этот самый верблюд. Напитки утоляют жажду эффективнее. Вот. Так, ну что, где вы? Я смотрю, чего взять. А, вернуть брошенную добычу у меня еще есть. О. Там, где меня убили. Одно неиспользованное очко. Другой урок забрал. А, это был твой пакетик. Ну, там у тебя грудная клетка и позвоночник. Короче, я забираю твой тоже. Другой игрок забрал мои вещи. А ничего, ты в прошлый раз тоже забрал. Вот видишь, здесь смола? Вижу, я ее взял. Взял? Молодец. Так, ну что, где это Роуз-то? Пошли к ней тогда, что ж делать, раз такое дело. Карту мне нужна, ёлки зеленые. Карту покажите. Но Роуз сидит там, где она и убери сидит. Убери метку. Метку убери свою. Угу. А я вот ставлю. 15 крышек перемещения. Давай переместимся, хрен ну с ним. Давай. Я перемещусь. Прямо на вершину мира, да? Ну я нет, как-то у меня получилось рядом с ней сделать. Не знаю. Ну сейчас посмотрим, где. Почему я до сих пор 15 уровня? У меня был 15 уровень, я сейчас повысился. И чё? Я не знаю, сейчас посмотрю. 15 уровня, да? Угу. У тебя был 14 уровень. 15 у меня был. Наверное. Хорошая добавочка. Ну, я помню, вот эта загрузка шла, и у меня там было написано 15 уровень. Вот сейчас идет загрузка. У тебя был написан мой уровень, может быть. Какого он у меня должен быть? Какая такая великолепная фотография здесь. Моя и уровень. Да, моя великолепная фотография. Это там, где вы с таким, как бы это сказать, поприличным выражением лица? Нормальным выражением лица мы здесь. А мы здесь? Это где я в бронетрусах? Так, так вот. ты идешь, нет? Ну вот она же идет. Я. 17 уровень. Это накачалось, и 17 уровень. Ну-ка, дай-ка я проверю. 15-го я вижу. Думаешь, какие? Так, тут ты помнишь, всякое скорпионы, но тут еще кто-то. А, это уже не страшно, блин. Да, я страшно. Тебе предлагаю, потом можно пойти пупса забрать. А, давайте, давайте. Но здесь пупс, он такой, тоже как бы разовый. Он расходуется, чтоб вы знали. Так, существо гнус, а их таж 2 здесь. И что будем делать? О, вампир. Слушай, что делать-то? Что делать? Пошли, обходим и сразу забежим туда. Блин, да? Они нас сожрут. Возьму-ка я, наверное, дубью. Хана, жру. Их 3. Всё. Да что ж такое-то, я даже не двигаюсь. Бориски, вы живы? Я почти добила.
Вернее, я одного убила, другого не убила, но меня сожрали. Одного убила, другого разлюбила. Встаешь на эту хрень, они тебя там не достают. Еще как, где? А, на этом, на высокой штуке. Ой, что это у меня сюда? Все? Ну еще один летает. Тут не три было показать тебе. Говоришь, не достают, еще как достают. Какая гадость, ваша заливная рыба, а? Хоботок гнусы. Вкусняшка. Фу, надо вкусняшка. Уже заканчивать с этой роуз дурацкой. Вкусняшка, да, наверное, никогда не закончится. Че, поехали? Там уже же еще надо... Лекарство тут было в коробочке. Было, вот, да? с другой стороны лифта. Смотровая. Фу, там еще кто-то стреляет. Мы идем или не идем? Да, долго да, да, быть? Да, да. Я уже наверху. Уже наверху? Да. Ничего себе. Так. Ничего себе. Так, Роуз. Здорово. Сволочь. Тебя водочки возьму я. Плазменный какой-то пистоль. У нее здесь коробка сигар. Блок сигар. Достается. Так, папка не нужна. Певчанского возьму, пожалуй. Так, глазапись Розалин и Дэвида на поездка да. Розалин и Дэвида на горнолыжный курорт. Это мы уже брали. Не надо. Да. Так, ладно, Роуз. Ага, ты снова здесь. Почему ты так на меня смотришь, будто тебе что-то нужно? Твоя награда получит от меня знания. Поздравляю. Ну, ладно, забери еще немного добра, который у меня тут лежит. Congratulations, разновидность хаоса. Лыжи, меч, рейдеры, фоторамка. Да уж. Так, всякой хрени надавала мне. Еще одна проблема. У какая меч? Тебе дала на лыжу меч? Да, она у меня уже была, я их уже 100 раз разбирала. С них никакого толку. А, нет, такой не было. Какое-то сокровище еще она хочет, чтобы мы нашли. Blackwater, это же это компания. Blackwaterские бандиты. Знаем мы ваших Blackwaterских бандитов. Так, будешь с ней разговаривать? Да, я с ней уже разговаривал, просто одновременно. Пока ты читал, безобразие, я... Безобразие. Да, да, да. А почему? Безобразие. Патрон был калибра. И, кстати, у меня страшный перевес почему-то. Ключ от прошлого. Что такое ключ от прошлого? Ну, фигня. Я такая нам досталась. Задание, наверное. Проверить терминал шахты Blackwater. Ты этих рейдеров облазь, у них у всех эти порох и гранаты вообще-то. Подожди, ну-ка так и... А почему у меня нету? Чего? У тебя нету. Стоит. Сейчас, секундочку. Гиперборейский ключ от прошлого. А, все, и мне она теперь дала ключ от прошлого. Ну, наконец-то! Ну, ты уже хотела скандал устраивать. Мне не дали ключ от прошлого. Конечно. Мне не дали ручку, вот дали тебе. У меня только... Ам-ам.
Что за ам-ам такой? Ты где? Сейчас активирую музыкальный вариант. Автомат, будете знать. Мне только пачки сигарет достаются. А никакого пороха нету, патрон. Ну и все, пошли тогда. Пошли. Что ты скачешь? Куда? Подожди, а вот у нас на втором этаже был это сам. Может, погибнем там геройски? Да. Не хочу. Да поехали на второй этаж, порезвимся. Да. Сервер что-то опять там мне написали, тролливали. Мезонин. Управление чего-то мне сейчас тоже тут. Может, давай закончим, пока у нас тут ничего не перея это самое. Да, но я уже нажала на твой дурацкий мезонин. Управление временно отключено, сервер не отвечает. Да чтоб вам пусто было. Да, и у меня то же самое. И чернейший экран. Так что, малыши, давайте с вами прощаться. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. Встретимся уже только на следующей неделе. Да, очевидно, так. Да, так оно и будет. Ну ладно, так. Еще раз спасибо и до свидания. И пока-пока-пока. Пока-пока-пока. А вот и загрузка пошла. Что делать-то? Приборецкий, а вы вышли из закры уже, да? Нет. Где вы есть? И куда поехала? На мезонин? Да, я здесь. Ой. Что делать? Свет выключить. Ой, нет, у меня выключен. Так, ну я, между прочим, запись-то у меня еще идет, если что. Записывай. У меня подрезанная она будет, вот в чем дело. Начало-то у меня не записалось. А, так, 40, 40-й. Совсем не осталось этого шариловки. Так. Блин, 3 патрона осталось. То есть здесь что-то как-то и сейчас и нормально обошлось. Где он, гад? Откуда стреляет скотина? Сверху, что ли? Барабан. Сейчас мы здесь можем это всякой дряни набрать и разобрать. Арбалетный болт, бутылка. Удар разобрать мне не помешало бы. Стимулятор. Так. Да там нет ни хрена. Не, я просто хочу обыскать на предмет врагов. Не говорю, что там нет. Патроны, антирадина. Так, предмет врагов. Если никого нету, то
Все, осталось полутать и разобрать, где-то у них тут были станки, да? Были. Ясненько. Ну ладно, клуч от полослова мы будем делать в следующей серии. Не, давай облутаемся здесь, вернемся, чтобы... Я сейчас говорю тем зрителям и подписчикам, которые еще смотрят. Криминал офицера не хочешь почитать? Кого? Криминал там справа был. Вон он, смотри, притворился, что он... No, must kill. Must kill, говорит. Как-то эти хэдшоты ему... Фу. Что там было в нем вкусненького? Патроны. Дробовик. Так, ну патроны макарона нужны. Патрон дробовика. Жетоны какие-то. Так, ладно, тогда давайте я закончу свою запись. Это вы как хотите, Ингусенька, как хотите. Как же, нет, нечего. Да, ну зачем же всем смотреть, что будет дальше? Абсолютно. Так что всего хорошего и пока.